Татьяна Михайловна 40 лет, проработала учителем математики. Калькулятор в ее руках предмет редкий, но в этом месяце без него не обойтись. Если раньше за горячие батареи женщина платила чуть более 1500, то сейчас больше 2000. Но высчитать, почему плата выросла в 1,5 раза, пенсионерка даже с калькулятором не может. А ведь есть еще за что платить. При пенсии 12 тысяч, 5 тысяч отдать, грубо говоря, и что такое? По 200 рублей на месяц, а ведь вообще-то хочется не только молока и хлеба, но иногда и что-то съесть повкуснее. И подобная ситуация у большинства жителей города. Только на улице Фатьянова к нашему приезду собрались жители сразу 5 домов. Разобраться, откуда такие счета, не может никто. К людям даже приходили в квартиры зачем-то температуру мерить. У нас вот угловая квартира, и, значит, показания были такие: 20,5 градусов, в другой комнате 26. А судя по этой сумме, у нас должно быть 40 градусов. У нас в подъезде 3 двухкомнатных квартиры на одной площадке. Площадь 2 метра разница в середине и угловые. Разница в отоплении 300-400 рублей. И почему никто на этот вопрос не отвечает? Ни ЖЭУ, ни ВКС. Интересует и вопрос с перерасчетом. По словам жителей, тепловики в лице ВКС должны не больше с людей в этом месяце взять, а наоборот, сделать перерасчет. Ведь счетчики на тепло в домах стоят давно, а перерасчет по ним в конце года делали неправильно. Деньги не вернули они с 2014-2013 года, хотя жилищная инспекция подавала в суд на них, на ВКС, чтобы деньги были возвращены людям. Все в том же состоянии, в каком было. В ВКС об ажиотаже в городе знает, но всему есть объяснение. Повышение платы в этом месяце за тепло коснулось только тех, кто за горячие батареи платит только в отопительный сезон. По словам пресс-секретаря тепловиков, просто с этого года многие дома в городе перешли именно на такую систему оплаты. Чем холоднее месяц, тем больше платят, зато летом приходят нули. Вопрос лишь в системе оплаты. Цена осталась прежней. Январь, как все помнят, месяц был холодный. Новогодние праздники большинство провело дома. Никто никуда не ходил, потому что было реально холодно. А мы платим месяцем позже всегда. То есть, да, проходит месяц, мы снимаем показания прибора учета и вписываем это в следующую квитанцию. То есть квитанции, которые пошли в январе, это потребление за декабрь. Нынешние квитанции – это потребление за январь. В жилинспекцию по этому поводу было уже 160 обращений. По словам главного ЖКХ-контролера Сергея Шахрая, никаких нарушений в начислениях не выявлено. Но люди все равно могут снизить плату за тепло. Все в их руках. Избыток тепла, поставляемый ВКС, можно регулировать. В квартирах не открывать окна, а закрывать батареи. Или слесарю из управкомпании указать регулировать поток тепла в дом. Но есть и автоматическая система. То есть эта система, она берет температуру внешнего воздуха, причем как с солнечной, так и с теневой стороны, берет температуру теплоносителя на обратке и берет, соответственно, температуру в жилых помещениях. И таким образом она регулирует, то есть либо заужает, и понижает давление, соответственно, снижается объем потребляемого теплоносителя. Либо в случае, если теневая сторона, она температуру это повышает это самое давление. И, соответственно, получается, что, во-первых, температура комфортная будет и на солнечной стороне, и на теневой стороне. И самое главное, экономия до 30 и более процентов. Получается, в февральских квитанциях людям придется заплатить за самый холодный месяц в отопительном году – январь. Дальше будет меньше, если, конечно, март не будет холодным, иначе опять придется раскошеливаться. Алексей Соков, Александр Мажаров, Константин Миронов, 6 канал.